Всем привет-привет, давай. Всем привет-привет. Твой скупил мне сегодня вот такую селедку. В Греции продаются вот такие копченые селедки. Вкусные. Запах обалденный. Понюхайте чуть-чуть. Вздохните. Мы сейчас ее будем чистить. Как же чистить вот такую селедку? Я вас предупреждаю, это копченая селедка, не соленая. Я не знаю, как получится у вас, может быть, соленой, не получится, не знаю. Но вот с копченой, как мы здесь поступаем в Греции. Поступаем, как мы здесь, в моей семье. Не знаю, в других получается или нет. Так, зажигай давай. Вот зажигаем вот этот вот газ. Если у вас газовая плита, зажигайте газовую плиту. У нас вот такой газайк. И сейчас Ваюс будет. Или Яна. Так, держи. Я сейчас буду... Крата иду, кола. Так. Нет, потому что пропина и на влепом. Так, видите, у нас горит газ. Надо внизу что-то постелить, чтобы никуда не текло жир с нее. Она у нас вот такая вот копченая, видите? Сейчас внимательно смотрите, что с ней будет. Опа. Вон, видите, у нее кожа начинает лопаться и начинает отставать. Осторожно, она пахнет, видите, дым излучает. Чтобы у вас не пахло дома, включите вытяжки. Видите, как она очищается. Эту кожу потом очень легко можно очистить без проблем. Отстает только кожа, другое ничего не отстает. И вот так вот всю ее вот так вот нагреваете. Будьте осторожны, чтобы дома не пахло. Оп-оп-оп. Вот видите, у нее кожа лопается. Также вы можете ее завернуть в фольгу и положить в духовку. В духовке она тоже у вас будет также лопаться. Вот. Также вы можете почистить скумбрию. Ой, осторожно, потому что видите, жир с нее, она очень жирная, вкусная селедочка. Кто будет в Греции, обязательно купите, попробуйте греческую селедку копченую. Копченую, она очень вкусная. Вот. Вот так вот. До самого хвоста. Запах обалденный. Ну вот. Вот такие вот дела. Капает этот жир на газак, на огонь. И, как сказать, и она, ну вот, все, наверное, давай, в тане. Вот видите, уже начал жир капать. Будьте осторожны. Вот такая вот она почищена, выключаю. Осторожно, там это самого, жир скапливается. Ну вот так вот она получилась. Видите, сколько с нее жира капает. Это еще чуть-чуть. И вот так вот ее отдираем. Все. Она отходит очень хорошо. Горячую надо отдирать ее. Смотрите, аккуратненько. Я уж просто не стала долго жарить ее. Надо ее всю прожаривать. Так, вот все. Видите, как она почистилась? Все. Вот. Вам не надо мучиться ничего. Быстрый способ чистки копченой селедки. Я думаю, также можно и скумбрию копченую у вас в России почистить. Я не то, да, мы пью эвкуля, мы кстати. Да. Але я не то пью альмирея. Да. Вот. Вот так вот, видите, все. Теперь мы ее разрезаем. И потом уже, когда мы ее разрежем на долечки, мы будем выбирать внутренности. Потому что если мы здесь разрежем, потечет все. А так мы ее сейчас положим на тарелочку. Эти косточки отсюда выбираем. Они вам не нужны тоже здесь. Вот это с хребта. Вот, все. Мы почистили нашу селедку. Ее очень вкусно есть с фасолью. Все, вот видите. И сейчас мы ее будем резать ножичком. Сейчас поставлю я досочку. Подождите. Такое дело грязное. Ты все выможешься. Сейчас я подставлю досочку, чтобы резать. Давайте вот так вот. Оп. Возьму ножичек. Можем ее резать. Как вы хотите ее разрезать. Убираем голову. С факса. Убирай голову. Режь голову. Вот. И вот такими долечками, какими вы хотите, вы уже ее режьте. Она, вот видите, с икрой. Уже все. Ничего такого в ней нету.
отделяешь кусочек икры копченой. Икра тоже копченая, вот она. Остальное все, что не надо, вам выкидываете уже. Все. Естественно, умываюсь уже слюной исходит. Вот. Вот она вот такая вот, видите? Вот здесь икра. Очень вкусная. Я тоже очень хочу покушать. И вот это вот, естественно, все надо черное вот это вот почистить, чтобы она была вкусная. И прям ее вот так вот. Да, здесь ее и кушают так вот. Очищаешь, да, вот прям вот так. Можно с косточками, можно без косточек. Греки как угодно кушают. Она уже отделяется здесь все. И режут ее, более мелко даже режут. И ложат масло оливковое и мелко-мелко нарезанный лук. Вот такая вот вкусняшка. Ну-ка попробуйте. Нямочка. Всем пока-пока. До встречи. Пока, я. Я. Я сас. Я сас. Калофа гумена. Так, теперь мы почистили нашу рыбку. Вот так вот она. Ее порезала. Вот столечко маленькое осталось от нее. Сейчас я почистила лучок. Мелко-мелко порезала. Это все засыпаем. Заливаем маслечком. Вкусненько получается. Так. У нас уже вино с вайсом здесь налито. Празднуем. Маслечко. Болику. Болику это побольше. Угу. Давай ее. Болику. Да-да. Да-да. Он подсказывает, он потому что делает видео. И лимон, да, ведь, Ваю? Лимон. Лимони. Очень много лимона. Выжимаем сок. Сок лимона выжимаем. Вот. Так вот. Как всегда все греки. Рыбу с лимоном. Вот, все. Так, лимончик выжали. Ручки вытрали, вымыли. Вот. Чтобы ваши ручки не пахли, потом протирайте руки уксусом. И стынеясос. Стыкардиасос. Вот такая вкусная рыбка у нас получилась. Давай. Вино. Краси. Давай, купил вот такое. Воля. Вот такое греческое наше воловское вино. Волос, видите? Диметра называется. Очень классно, очень вкусное столовое вино. Греки все его пьют в тавернах. Ну все, всем пока-пока. Оставайтесь на нашем канале. Пока-пока. Пока-пока. Девочки, мальчики, по скрипту, не относящиеся к этому. Я купила, у меня была баночка со фасолью, такая вот фасоль красная. Вот такая вот называется, греческое производство. Очень классная, очень вкусная. Приедете в Грецию, во всех супермаркетах продается. Попробуйте. Ее тоже мы сейчас с рыбочкой заливаем ее маслечком. Она уже вкусная. Знаете, как она вкусная? Готовая. Я сейчас ее залью маслечком. И мы с рыбкой, ну, если хотите, еще даже можно сюда лучок покрошить. Если не хотите, то не надо. Но если покрошите сюда лучок мелко-мелко, очень вкусно, очень классно. Вместе с рыбонькой и с фасолькой праздновать у нас снег идет. Всем пока-пока, естественно. До встречи на нашем канале.